Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас вот такой вот огромный заказ Faberlic по 16 каталогу. Много-много новиночек, девчонки, давайте скорее распаковывать. Вот в таком виде пришла коробочка. Заказ у меня, как всегда, в принципе, последнее время на 50 баллов. Возможно, скоро буду... Ой, неудобно как. Делать на 100. Иногда у меня так получается. Так... Вот, смотрите, бытовая химия, наверное, опять у нас с вами в отдельном пакетике. Оп, оп, оп. Вот так все лежит. Ух, по пакетикам. Смотрите, на складе расфасовывают по пакетикам. Здорово. Пакетики такие тяжелые. Так, ну, давайте приступать. Девчонки, хотела взять новую коллекцию одежды, спортивные костюмчики. Мне там безумно понравилось. Не было у нас на центральном складе брюк. Футболки, толстовки были, брюк не было. Расстроилась. Ладно, возьму потом. Уже, может быть, к весне. Сейчас они зимой ни к чему. Давайте начнем с акции Faberlic Like. Очень мне хотелось взять новую палетку, которая у нас для... новых консультантов представлено в этом каталоге, да, кто зарегистрируется. Палетка крутая, оттенки ходовые, очень понравилось, прям вот действительно. Не было ее в списке, смотрю, девчонки это активно в интернете обсуждали, ее не было в списке Faberlic Like, и еще даже она была недоступна к заказу, писали, что нет на складе. Почему она тогда напечатана в каталоге, я не понимаю. Ну да ладно, в следующем каталоге, надеюсь, она и на складе появится, обязательно ее возьму себе по акции Faberlic Like. Так, что взяла в этот раз? В этот раз взяла, девчонки, кушон ICU. Хотя эту линейку раньше не признавала. Единственное, что мне из нее нравится, это скатка. Скатка великолепная, скатка суперская, скатку обожаю. Но сейчас уже, так как моя кожа в хорошем состоянии, она уже не жирная и сейчас холодное время года, решила, что вот такой удобный продукт мне совсем не помешает. 460 рублей, по-моему, девчонки, со скидкой 70% обходится кушон. Артикул 61-68. Давайте с вами откроем, посмотрим и попробуем. Так. Вообще красиво, мне нравится красивое оформление. И красивая баночка, смотрите, какая классная. Здорово. Так, здесь у нас кнопочка, мы с вами открываем. Зеркальце, слышите, классно. Удобно, когда продукт с зеркалом. Достаем, она как будто... А, нет, она вставляется, причем вставляется туго, здорово. То есть, если вы открыли, она прям вываливаться не будет. Так, здесь у нас просто подставка для губки. И дальше мы ее вот так с вами, наверное, да, открываем. И здесь у нас сам кушон, смотрите, он запечатан. Мы с вами его вот так оп, отлепляем. И вот он у нас продукт. Здесь такая губочка, которая пропитывается у нас тональным средством, тональной основой. Она такая мягенькая, ну, как поролончик, да? И смотрите, как много выдает продукта. Я вам сейчас покажу поближе сводч. Это мой цвет. Здорово, что он не бледный. Хотя, мне кажется, он... Да, он подстраивается, девчонки, под тон кожи. Вот он на моей руке уже и не виден. Так, вот этой губочкой мы с вами промакиваем. Промакиваем. Оп. Смотрите, сколько много набирает. У меня на лице нет тонального средства. Можем с вами чуть-чуть так попробовать. Заодно посмотрим, не будет ли блестеть. Смотрите. Так, вот прям много набирает. Слушайте, надо быть аккуратнее как-то с этим средством. Прям очень много. Даже не знаю, как мне теперь растушевать. Цвет, да, цвет прям под мою кожу, девчонки. Я прям пальчиком, а то на губке так много средства. На все лицо хватит. Один раз нажала. Слушайте, и как бы никакого блеска. Здорово. Вообще здорово. Я зимой иногда могу пользоваться такими продуктами. Так вообще тональные средства у меня редкость в обиходе. Слушайте, здорово. Нет, кожа матированная. Кожа матированная, никакого лишнего блеска этот продукт не дает. Я вам сейчас покажу его поближе и сделаю сводч. Девчонки, вот сводч. Он такой, знаете, сам по себе немножечко что ли желтит, но когда наносишь на кожу, то этого совсем незаметно, подстраивается. Но для белоснежек, конечно, может быть, прям вот совсем для белоснежек может быть темноват. Текстура очень приятная на самом деле. Вот здесь у меня рядом со сводчем, справа от него, да, растушеванный уже слегка. Прикольный продукт, кстати. Слушайте, я продуктом довольна. Перекрывает он средненький, то есть, ну, такой средней плотности. В принципе, можно синяки под глазами замазать. Здорово, здорово, удобно, что тональный крем в формате пудры вот так вот можно всегда с собой носить. Никакого жирного блеска, легкое матирование, нежная такая кожа, выравнивается тон, бархатистый, здорово, все прекрасно. Рада, рада, девчонки, что взяла этот продукт. Так, поехали дальше.
Взяла вот такую губочку попробовать, новинка этого каталога, серия Faberlic Home, артикул ее 910-075, вот такого она размера, примерно с ладошку. Сейчас мы с вами ее откроем и посмотрим. Мне кажется, удобно ей будет мыть посуду. Вот так она выглядит. Губка двусторонняя с антибактериальным эффектом. Смотрите, здесь она такая мягенькая, как материал, микрофибра. Микрофибра. А вот здесь она жесткая. Не сказать, что прям абразив, как на обычных классических губках для мытья посуды, да? Но достаточно жесткая. Вот слышите, как наждачка. Вот такая. Мне кажется, классно, классно ей будет мыть посуду. Обязательно с вами в следующем влоге будем тестить все новинки по каждому продукту. Прям вам свой отдельный отзыв оставлю. Вместе с вами попробуем ей помыть что-нибудь. Так, поехали дальше. Взяла еще новиночку, вот такой гель для душа от Ботаники, вот в таком огромном объеме. Это у нас антистресс, фиалка и мелисса, лучшая от природы. Давайте потестируем аромат. 25-48 артикул. Вкусно. Каким-то парфюмом, знаете, таким свеженьким. Очень вкусный аромат. Я не знаю, как пахнет в природе фиалка, но аромат вкусный. Очень вкусный, такой свеженький, слегка цветочная нотка, слегка зеленая. Мелисса прям отчетливая, тоже здесь не слышу. Но аромат вкусный, мне очень нравится. Из последнего, что я пробовала в Faberlic, особенно в Ботаника, вот этот прям классный. Здорово пахнет, девчонки. Так, поехали дальше. Взяла ребенку в запас, уже постоянно беру, когда акция на пасты. Вот такие две пасты 6 плюс Технокит с грушей. 23,59 артикул этих паст. Они сейчас по 69 рублей в каталоге, плюс скидка консультант вообще за копейки. А пасты замечательные, изумительно убирают зубной налет, изумительно очищают эмаль, вообще к ним никаких нареканий. И взяла вот такую щетку. Девчонки впервые, раньше ей такие малышковые все брала, да, щеточки. А это у нас уже 6 плюс. Детская щетка Faberlic 6 плюс. Вот так она выглядит. Думаю, пора уже на такие щеточки переходить. Здесь не сильно большая головка. Верхушечка, видите, немножечко выступает. Что хорошо прочищать между зубками будет, да? Щетина. Щетина жесткая. Щетина довольно жесткая. Вот такая щеточка. Так, дальше поехали. Заказала у меня знакомая для своего сына шампунь-гель для душа. Вот такой вот из Barber Lab. Мы уже с вами тестировали, как только появилась эта линейка, аромат ее. Он мне показался очень женственным, сладеньким и приятным. Но, тем не менее, ей нравится. 25-40. Она же заказала у меня постоянно, берет вот такие вот дейзики. Ей нравится, она пользуется ими как антипроспирантами. Вот такие два дейзика тоже отправляются ей. Так, из новинок, девчонки, давайте с вами серию Love с ланолином разберем. Я заказала себе шампунь для всей семьи. Смотрите, какой он большой, в объеме 400 мл. Сила и блеск волос. Он у нас, по-моему, 4+. Девчонки, моей дочери 7, уже можно. Это удобно, что шампунь для всех. Артикул 27-30 с ланолином, кислородный комплекс. Здорово. Давайте потестим аромат. Мы обязательно с вами и шампунь протестируем в следующем видео. Ой, как вкусно пахнет. Не могу понять, что напоминает. Клевер, что ли, девчонки? Какой-то запах клевера, знаете, такой скошенной травы. Ой, вкусно, мне очень нравится. Есть нотка, да, запах скошенной травы и клевер. Вот, вот что я чувствую здесь. Классно пахнет. Шампунь прозрачный, довольно густой. Будем пробовать. И на дочери попробую, сама попробую. Дальше из линеечки Love взяла маску для волос, маску-бальзам для волос, то есть можно как бальзам, можно как масочку оставлять, да, питание и восстановление. Здесь 200 мл, артикул 27-32, тоже ланолин, кислородный комплекс. Ну, тут уже, наверное, деткам нельзя, хотя я ребенку бальзам на одну минутку прям фаберликовский применяю вообще без проблем. Так, у нас она с вами идет за, бальзамчик идет зафольгированный. Сейчас откроем, посмотрим, что он из себя представляет и по аромату. Он беленький вот такой. Кокосиком, мне кажется, пахнет. Чуть-чуть кокосиком пахнет, да, знаете, похож на линеечку Лакрем бальзамчики. Угу, прям пахнет кокосом. Здорово. Так, дальше я взяла себе крем для рук, питания и восстановления. Именно сейчас на зиму прям хочется вот такой попробовать. Если он действительно питательный, это будет круто. Потому что пока еще Faberlic питательных, кроме гладкие пяточки, крема я не встречала. Артикул 25-85, тоже с ланолином. Здесь 70 мл. Цена у этой линейки очень бюджетная. Но будем надеяться, что качественная.
посмотрим, как работает этот ланолин. Так, давайте нанесем с вами кремушек на руки, потестируем. Ну, текстура такая довольно, ну, не жидкая, нет, средняя, девчонки, текстура. Запах очень приятный. Похож на бальзам запах для волос. И вроде как кокосик, и вроде как фруктики, больше фруктики. Как мультифруктовые, девчонки. Немножечко чувствую свой любимый манго. Да, да, чувствую свой любимый манго на самом деле. Сейчас еще немножко добавлю. Достаточно густой, да, пока распределяешь, он быстро впитывается. И прям на ручки не хватило. Питательный. Вы знаете, пока питательный, пока очень нравится. Прям чувствуются силикончики, ручки такие сразу гладенькие. Аромат классный, он не сильно навязчивый, не бьет в нос. Допустим, как у меня вот сейчас крем из линейки «Зима», да, из прошлогодней. В распродаже был набор, и вот там запах вот этот вот меда, ой, он такой противный, я прям вот не могу им сейчас пользоваться, честно. А тут он не бьет в нос, еле уловимый, свеженько-фруктовый, такой вообще классный. Ручки гладенькие, слушайте, крем действительно хорошо питает, прям здорово вообще, всю кутикулу смягчил, замечательно. Буду дальше тестировать, обязательно по этой линейке будут дальше посты и отзывы. И взяла, девчонки, крем для снятия усталости с ног. А, тоже с ланолинтом, моменты любви к своей коже. Артикул 2589. Здесь 70 мл. Он идет тоже у нас зафольгированный. Так. Давайте мы его потестируем. Я сейчас на ногу намажу, и пока будем снимать видео, посмотрим, как он работает. Аромат, не пойму пока, пахнет кремом для рук. Ментолом, пахнет ментолом, девчонки. Ментолом, эвкалиптом. Должен охлаждать, по идее. Да, такой достаточно ярко выраженный аромат ментола. Сейчас скажу вам, девчонки, ментол ли? Да, охлаждает уже, чувствую. Ланолин здесь, кстати, даже не в середине, а ближе к началу. В составе ментол, да, ментол чуть попозже серединки. Охлаждает, ножка такая холодненькая. Буду тестировать дальше. Так. Еще новиночки из серии Луника. Я себе выбрала вот такие два продукта. Это у нас новинка для интимного ухода. Очищающий крем-гель для интимной гигиены. Оформление очень красивое. Мне нравится безумно. А, веганский продукт. Есть отметка, девчонки. Это тоже здорово. Так, очищающий крем-гель для интимной гигиены. 150 мл. Артикул 2600. Почувствуй свою магию. Здорово. Оптимальный pH 5. Не содержит СЛС. СЛС и парабенов. PH находится в диапазоне от 4,5 до 5. Это хорошо на самом деле. Приходит у нас он заслюдированный. Сейчас мы с вами откроем его и посмотрим, что он из себя представляет. У меня как раз заканчивается, ну, классический наш из линейки Эксперт Фарма гель для интимной гигиены. Будем тестить этот. Такой полупрозрачненький. Вкусная душка, достаточно ярко выраженная. Что-то напоминает даже. Не пойму, что. Что-то Фаберлик напоминает. Но приятная, цветочная такая, цветочная, интересная. Так, и второй продукт, девчонки, это крем-уход для интимных зон. Тоже веганский продукт, есть отметка. 2602 его артикул, здесь 50 мл. Я видела уже в обзорах, его хвалили, говорили, что он дарит чувство свежести на целый день. Хочется протестировать. Он беленький, вот такой вот крем. И по аромату. Такой же, как гель. Но у геля более яркая душка. Здесь еле-еле уловимая, еле-еле. Прям еле-еле уловимая, такая интересная. Даже не передать, девчонки, словами. Какая-то цветочная такая вот. Ну, классная. Вот, уже практически не пахнет все на коже, а гель все еще прям вот пахнет. Прям пахнет. Ой, девчонки, я вам еще не показала, оказывается, из линейки Love один продукт. Крем для ног, питание и смягчение. Да, вот взяла крем еще для ступней, сравню его с бальзамом любимым «Гладкие пяточки». Артикул 2579, он тоже у нас зафольгирован. Сравню, девчонки, и расскажу. Такой густой кремушек. Я думаю, в составе тоже должен быть глицерин и немало. Кстати, на первом месте вода, на втором масло макадамия. Уже на втором месте, девчонки. Глицерин на четвертом. На третьем еще какое-то масло, не пойму.
Это здорово. Запах классический, как и вся эта линеечка практически. Ну, как крем для рук, точно. Слушайте, ну, питательный такой. Намазала ступню. Буду тестировать, время покажет. Так, дальше, девчонки, взяла уже в 155-й раз шампунь-бальзам из линейки Технокидс, два в одном. Для дочки беру, очень нравится. Аромат зеленого яблочка. Очень сочного, очень вкусного, кисленького такого. Классный аромат. 3+, артикул 2354. Устраивает, беру и буду брать. Так, знакомый меня попросил шампунь. В этом каталоге как раз были шампуни Ботаника 400 мл по хорошей цене. Мы взяли для всех типов волос укрепление блеск, шампунь плюс бальзам. 2 в 1. Артикул 7770. Шампуни Ботаника очень достойные. Главное правильно подбирать шампунь по типу кожи головы. Пахнет вкусно, действительно липовым цветом и какой-то вот травкой, да, наверное, крапивой. Классные. В свое время очень часто брала шампуни Ботаника и очень довольна. Так, взяла из малышковой линеечки, девчонки, 0+, гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ Вера. Артикул 1644. Это не слишком бюджетная линейка, но она, девчонки, стоит своих денег, она действительно крутая. Я брала, когда у меня дочь была и поменьше, и сейчас ей все равно нет-нет, но повторяю. Потому что действительно крутая линеечка. Абсолютно гипоаллергенная, абсолютно безопасная. Я взяла гель для подмывания именно потому, что он нам нужен. Одушки практически никакой нет. Знаете, есть такая одушка чистоты. Одушка присыпочек детских, памперсов. Ну вот это вот. Мне так нравятся такие одушки. И серия эта изумительная. У кого маленькие детки, присмотритесь. Так, девочки, я взяла себе карандаш для губ. Мне нравятся карандаши для губ Faberlic. У меня уже был в другом оттенке. Я взяла себе вот такой вот нюдовый в артикуле 432. Универсальный, классный, красивый нюдовый карандаш. Я покажу вам сейчас свотч поближе. А так вот, как он смотрится. И можно покрывать всю поверхность губ. Очень красивый цвет. Он слегка уходит, знаете, куда? В холодный сиреневый подтон. Сейчас покажу. Вот, девчонки, на солнышке он кажется коричневым, да? Сейчас с вами в тенек уйдем. Смотрите, какой цвет. Фокус. Фокус. Ага. Все равно вот камера почему-то не передает этот лиловый подтон. Ну-ка, переедем куда-нибудь. Вот, вот, девчонки, передает немножко лиловый вот этот подтон. Ну-ка, в тенечке. Вот. Красивый нюдовый карандашик. Мне очень понравился. Так, следующий продукт. Это у нас новинка, девчонки. Это новая тушь. Новая тушь из линейки Glam Team, артикул 5778. Мне понравилось описание, понравилась кисточка, захотелось попробовать. Вот так она выглядит. Такая симпатичная, с градиентом, да, с амбре переход. Так, это у нас тушь объемная, Volume Mascara. А, объем и длина даже. И объем и длина. Так, и вот у нас кисть. Смотрите, видите, с одной стороны нет ворсинок, только с одной. А с других трех есть. Сейчас я вам покажу ее поближе. Запаха никакого нет абсолютно. Мне кажется, мне понравится. Вместе с вами ее тоже протестируем в следующем видео обязательно. Вот, девчонки, как выглядит кисточка. Видите, со всех сторон, кроме одной, у нас есть ворсинки. А вот здесь нет, как лопаточка, да? И набирается продукта много на кисть. И на вот эту вот лопаточку прям много. Вот такая вот интересная кисточка. Будем пробовать. Заказала, девчонки, водный спрей-освежитель. Это у нас весенние ягодки. Ой, какие ягодки. Весенние цветочки. Освежитель у нас тоже безопасный. Они водные. Здесь есть заглушка от деток шаловливых, от маленьких. Артикул этого у нас 118-10. Это действительно весенние цветочки. Нежные, с зеленой ноткой такой травы. Ну, я их периодически чередую. У меня всегда два в запасе дома. Один в ванной, другой в комнате могу распылять или еще где-то. Вот, поэтому да. Так, дальше, девчонки. Зубная паста 200+. Знакомая, она всегда ее берет, обожает, любит. 16-33. Не именно 200+, а ей вот эта вот линейка вся очень подходит. Мне вот не подходит. У меня вызывает повышенную чувствительность. И она прям любит, и другие пасты вообще не понимает уже который год. Так, взяла себе ультракондиционер для белья с органой. Уже беру его тоже не знаю какой раз, потому что безумно нравится запах от белья именно после вот этого кондиционера. 118-54 его артикул. Такой люксовый-люксовый парфюм я ощущаю потом на белье. Запах невероятно вкусный, классный. Нравится, все нравится, поэтому повторяю периодически эту покупку. Так, девчонки, взяла новинку.
взяла себе и взяла знакомой. Она попросила средства для ванны, и я ей предложила новенькое. Вот так оно выглядит. Артикул 302.21. Это у нас новое средство для ванны. Оно у нас как с эффектом отбеливания. Да, эффект белизны, сияющая белизна и блеск без хлора и отбеливателей. Эффективное устранение любых загрязнений, запах в ванной комнате, морская свежесть. Насколько я помню по обзорам ВИПов уже, оно не бьет в нос и пахнет более-менее. Да, вообще не бьет в нос, такая душка классная. Блин, девчонки, как мне нравится, я хочу себе такие духи. Ой, какая вкусная душка, невероятно. Вообще супер, девчонки. Ой, Фаберлик, если вы меня слышите, выпустите, пожалуйста, духи с ароматом вот этого вот средства. Невероятно вкусно. Девчонки, вообще супер. Мы его с вами тоже обязательно вместе протестируем на ванной. Я специально ванну уже не чищу 5 дней, чтобы там прям что-нибудь такое собралось. И мы с вами его обязательно протестируем. Так, девчонки, по-моему... Ой, нет, не все. Не все еще. Что я вам не показала здесь? Я вам не показала быстро сохнущее покрытие, вот это, которое вы мне рекомендовали. Потому что я попробовала топ от Faberlic, да, и лак слезал пластами с ногтей в этот же день и на следующий день. И вы мне посоветовали именно вот это быстросохнущее покрытие, 72-58 артикул этого продукта. Я пока пробовать не буду, потому что тестирую лак Avon на носку. А потом обязательно попробую и в сюжетах, или в Инстаграм обязательно вам отзыв свой выложу. Так, и осталось, по-моему, два продукта. Это питание, питание Нечаев. На этот раз я взяла крем-суп тыквенно-чечевичный, я его уже брала, кстати. Его я повторяю. Артикул 16101 мне очень понравился, девчонки, очень понравился. У меня есть видео, где мы вместе с вами варили супчик. Сварил на мясном бульончике на мяске, добавил вот это вот и все, и класс, и супер. Запах невероятный. Суп понравился. И поэтому решила взять еще, девочки, перлотта с грибами с бамбуковой клетчаткой. Сегодня, наверное, буду готовить. Тоже обязательно вам отсниму. Артикул 16104. Здесь безумно крутые составы. И действительно есть клетчатка. 100% натуральная. Бета-каротин, пищевые волокна. Здорово. И здесь не на 3 порции, как написано, а гораздо больше. Я суп варила целую 3-литровую кастрюлю на этой пачке. Вот так выглядит перлотта. Я так подозреваю, здесь перловка, сушеные грибы, специи очень много, зеленушечки какие-то и морковка, наверное, красненькая такая, да, много всего. Я вам даже состав сейчас прочитаю. Крупа перловая, овощи и зелень сушеная, морковь, лук репчатый, лук зеленый, укроп, чеснок, шампиньоны сушеные, специи молотые, это имбирь, перец черный, бамбуковая клетчатка, содержит глютен. Все. Так что здорово. Сегодня, скорее всего, буду это блюдо готовить и вам обязательно покажу. Ну, а на этом все, мои хорошие. Вот такой вот у меня был заказ. Будем с вами потихоньку тестировать все новинки, чтобы дать вам полноценный отзыв. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Ссылка, кстати, на регистрацию тоже под видео. Сейчас очень крутой подарок. Вот эта вот палетка. Прям вот хоть регистрируйся самой. Ну и все. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.